В республике учрежден День отца. Соответствующий указ подписал в РИО главы Чувашии. По календарю это будет последнее воскресенье октября. Мужское воспитание дает детям уверенность в собственных силах, формирует твердый характер. Олег Николаев предложил Совету отцов Чувашии, органам местного самоуправления и всем заинтересованным учреждениям и организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню отца.